13-я школа на Ореде теперь будет носить имя Бориса Гагина. На фасаде здания появилась соответствующая мемориальная доска. Борис Гаревич умер в прошлом году в возрасте 68 лет. Всю свою жизнь Гагин посвятил воспитанию подрастающего поколения. Его педагогический стаж 40 лет, 30 из них он был директором 13-й школы. Идея была поддержана педагогическим коллективом единогласно и практически единогласно жителями микрорайона. За эти 30 лет снискал славу очень доброго, чуткого, отзывчивого человека, очень большого профессионала и педагога с большой буквы. Борис Гагин – заслуженный учитель Кубани, почетный работник образования России, был депутатом горсобрания двух созывов. Награжден медалями за вклад в развитие города Сочи и признание и почет сочинцев. Его помнят и по-прежнему благодарят сотни жителей города. Сегодня на церемонии открытия памятной доски пришли школьники, педагоги, ветераны, выпускники разных лет, представители мэрии и управления образования, а также семья Бориса Гагина, его жена, дети и мама, кстати, тоже заслуженный учитель Кубани. Сын мой был обыкновенным парнем, обыкновенным мальчишкой. Воспитывался, мы любили жить в учительской семье. И он всему этому учился. И самое главное, вырос патриотом великой державы, нашей Родины, нашей отчизны. 13-я школа стала второй в Сочи, которой присвоили имя руководителя образовательного учреждения. 15-я гимназия на Макаренко носит имя первого ее директора Николая Белоусова, заслуженного учителя России.